Девочки, всем привет! Хочу показать вам обновки, которые мы приобрели сынули к школе. Ну, не только к школе. Очень сильно вырос сынок из всего вообще практически. Еще нужно, конечно, будет приобретать вещи, но покажу пока, что мы уже купили. Делала заказ в Саундтем. Кое-что для себя не подошло, но сынулькины вещи оставили. Вот такая шапочка, тоненькая. А здесь серебряный такой вот логотип PlayStation. Была тоже уцененная. Размер вот такой вот, 158 на 170. А цену теперь я вам не скажу, не знаю, 4 евро, по-моему, 5 евро, что-то такое, по-моему, тоже была уцененная. Но здесь это органический катун, смотрите, 96%, редко такое найдешь, и чтобы она подходила. Но, как сказать, я не люблю, когда сильно в обтяжку сынулька носит шапки, что-нибудь давит на головку, поэтому взяла вот такой вот большой размер, 12-14 лет, но она выглядит, не знаю, насколько камера передает, она небольшая. Очень приятный такой вот, она как двойная, очень приятный катун. Тоже от PlayStation. Вот такой вот свитшот. Белый-белоснежный. Очень приятное качество. Немножко у сынульки большеват. Сынулька очень захотел его, но не было размера. Смотрите, как сделан здесь рукавчик. Рукавчик, логотип. Вот такой вот капюшон. Классный здесь. Тоже двойной. И здесь, да, пушистик такой. С начесом, как я смеюсь, всегда говорю. Сейчас я вам скажу. Здесь 80% тоже катона. Очень классное качество. Это размер... Что-то я даже вам, по-моему, не сказала. Да? Тоже большой, Андрюшки, но... 146-152. Лучше пусть больше будет. Следующие покупки из магазина НКД. Очень редко туда захожу. Просто зашли, гуляли мама, я и Андрюша. И зашли туда случайно. Написано было на уцененные вещи. Еще 50% скидка. Но на вот эти вещи именно... марки от НКД вещи была скидка, на эти вещи не было, я спросила, но я все равно купила. Времена прошли уже те, когда цветные вещи, мы слишком цветные носили, теперь вот такой вот серый, антрацит, белое, черное, вот такие вот цвета теперь у нас. Именно выбирала вещи, которые понравились сынульке. Вот такая вот от Minecraft футболка. Очень такой приятный цвет, не слишком темный, хорошее качество. Тоже это Баумволи. Немножко хотелось побольше, но не было размера. Стоила на 11 евро, ценили на 8. Биокатон. И сзади вам покажу, как сделано. Тоже симпатично. Вот так вот. Вид сзади. Дальше штанишки. Штанишки, наш размер, но они немножко длинные, на резиночке. Обожаю резиночку, уже много раз говорила. Тоже выбрала их сынулька. Здесь такие вот прорезиненные силиконовые лапы динозавра. Вот, Jurassic Park. Вот такое здесь качество. Не байковые, не пушистые. Стоили они 13, уценили их на 10. Это размер 134-140. Как раз нам самые обычные. Хорошо, что без завязок сынуля не любит. Jurassic Park. Не любит сынулька завязками. Прям вот не нравится. Ему обычные такие вот три кошки. Fortnite. Тоже горячо любимая. Это размер S. Ничего мне не говорящим. Так просто примеряли. Уценяли на 8 евро. Теперь 5,99. Такая футболочка. Тоже катон. Надеюсь, что... Толковатая немножко. Надеюсь, что после стирки она будет себя нормально вести. Индия. Да, 100% катон. Да просто беленькая. Такая вот. Да, без всего сзади. Еще от Fortnite. Темная такая, с длинным рукавом. Тоже брендовая. Здесь вообще цена, конечно, очень шов. Тоже размер S. Стоила 10 евро. Уценяли. За 3,99 мы ее взяли. Тоже 100%. Да, катон. Биобаумволи. Очень тоненькая. Камера передает светлее, на самом деле черный-черный цвет. Майнкрафт. Футболочки Майнкрафт. Смотрите, подходящие штанишки. Прям как костюм можно одевать будет. Может быть на спорт, а может быть так. Так что скажу вам цену. Стоили они 17 евро. Взяли мы их за 13. Это что, 34-140.
Тоже в такие, как раз сейчас вот так, сентябрь-октябрь, думаю, нормально будет ходить. Все то же самое. Состав. Сейчас посмотрю, сколько здесь процентов картона. Ну, качество хорошее, да? Может, в Германии знает, вот это Экотек. И это знак качества. Смотрите, девочки, 100% картон. Тоже Бангладеш, но не важно. Надеюсь, что после стирки будут нормально себя вести. И еще одни три кошки. Их, как известно, много не бывает. Выросла со всего сынулька абсолютно. Тоже Fortnite, только голубые, тоже с завязками. Сейчас скажу вам, сколько стоили. Стоили 15. Взяли мы их за 9,99. Тоже хорошего качества. Сейчас, секунду, все будем вместе с вами смотреть. Машинная стирка. 30 градусов. Да, то, что процентный картон. И следующие две футболочки. Заходили тоже, гуляли, зашли в магазин Erstings Family. Там очень мне нравятся вещи. Очень хорошее качество. Тоже сынульки иногда там покупаю. Но уже все было разобрано. На скидки мы не попали. Мы как раз были в отпуске. И тоже еще 50% на уцененные вещи. Но то, что-то не понравилось, то размера нашего не было. Взяла вот такие футболочки. Вот, они стоили, смотрите, 5, потом 3,50. Я взялась за 1,70. Это тоже 100% катон. Размер 134-140. Думаю, даже если он так их не будет носить, ему они понравились. Будем просто спать в них. Они очень-очень тоненькие. Тонюсенькие. И вот такой вот принт. Очень прикольный. Вот такая одна с динозаврами и с акулами. Тоже темно-темно-темно-синяя. Посмотришь состав. Вот, смотрите, девочки, 100% катон. Еще в Erstings Family мы купили вот такую вот шапочку. Стоила он 5 евро. Здесь тоже, по-моему, сейчас скажу я вам, 96% катона, 4 эластана. Очень симпатичная шапчуля, уже немножко потеплее она, чем которая из Хаунтем. И купили вот такие две пижамки в Лидле по 6,99. Сынуля спросил. Ну, конечно, на жена нужны были сразу две. Это 146-152. Но пижама, как известно, да, должна быть большая. Это 100% тоже катон, смотрите. А вот Star Wars. Да, и здесь тоже самое. Star Wars и Spider-Man. Сейчас откроем, посмотрим вместе с вами. Вот такая пижамка. Тоже, конечно, это не лимитированная, а марочные вещи, да, Marvel. Везде стоит оригинал. Сейчас, сынулька, померить, я вам покажу. Star Wars, на мой взгляд, конечно, посимпатичнее сделан. Смотрите, какая белая футболочка. И такие вот серенькие шортики, но сынулька захотел обе. Spider-Man потемнее, конечно. Сейчас померить, покажу вам. Ну вот, смотрите, моя модель. Поворачивайся задом. Супер. Немножко свободненько. Все как надо. Супер. Хохотунчик. Вот как мне это больше нравится, пижамка. Но поворачивайся. Осторожно. Вот такая модель у меня красивая. И сейчас вам покажем наш школьный ранец. Да, сынок? Сделаем немножко обзор. Девочки, вот наш ранец. Хотела давно его показать. Он уже пару месяцев ждет своего часа. Это фирма Step by Step. Это, конечно же, не реклама. Да? Кто-то радуется, сейчас будет вам показывать. Ранцы эти не бюджетные, к сожалению. Но очень классные. Надеюсь, нам хватит хотя бы на 3-4 года. Давай показывай. Здесь магнитная застежка. Вот так. Просто очень легко и просто вот такой вот магнитик. Смотрите, как здесь удобно. Здесь штурмплан, то есть план. Вот такой вот. Ну, все это было вместе с этим, да? Вот такой вот мепхин. И он вставляется вот сюда. Смотрите, ребенку не нужно ничего. Вставляй, Друша. Ничего не нужно будет искать. Очень удобно. Если что-то записать, домашнее задание или что-то написать. В общем, все классно продумано. Ничего не кряхти. Привыкнешь. Очень здорово. Смотрите, все вот так вот. Открыл ранец, да? Открыл ранец, не нужно рыться ни в каких-то книжках, тетрадках. Сразу раз, взял все сразу и записал. Давай, доставай дальше, что у тебя там интересненького. Вот такой вот спортивный этот ботель был. Такой мешок, сумочка спортивная для спортивных вещей. Тоже была.
показывала. Я, может быть, положим, перевешивает ранец. Да, вот такой вот классный спортивный мешок. Здесь расстегивается все. Очень удобно. Расстегивается, застегивается. Здесь вот тоже рефлектор, светоотражатели. Да? Здесь тоже можно подписывать, что, чье. Имя, фамилию мы еще тоже не подписали. Слушай, здесь застежки. Что это? Для чего это я вообще? Я не знаю. Наверное, они... Нужно смотреть. Слушай, как интересно. Что-то пристегивать. Еще мы толком даже не разобрались. В общем, качество мы очень-очень-очень довольны. Смотрите, здесь лямки. Лямки. Можно застегивать их. Да-да, уменьшать, наверное, можно увеличивать. Что-то пристегивать. В общем, нужно разбираться еще. Давай доставай дальше. Вот такой вот Непхин для ручек. Подожди. Угу. Вот так, у нас еще ничего мы не складывали. А, кстати, все я... от одной фирмы. Кстати, я хотела кое-что в этой штуке показать. Покажи, сыночек. Кстати, мою тоже давай покажем. Давай показывай. Подожди, осторожненько. Угу. Давай показывай, что здесь. А еще раз, что у меня план. Тут уже карандаши лежали. Карандаши, да, все подточено. Смотри, большие карандаши Джумбо. Да. Потом обычные карандаши. Маленькие. И все. Угу. Чилка уже есть. Ой, а ты бы от Фабер, как раз тебе краска от этой фирмы купила. Это Чилка, а тут все дела. Ну, точилка эта, по-моему, не очень хорошая, насколько я слышала от мамы же, которые дети в школу ходят. Но я уже другую купила, безопасную точилку. И это пригодится, по-моему, насколько я знаю, во втором классе. Но я не уверена. Ладно, давай застегивай, сыночка. Дальше просто сверни и положи. Давай дальше покажем. Школьник. Света, сынульку, снимаю, не очень совсем видно. Давай, доставай, что у тебя там еще. А это уже ты купила. Это я уже купила отдельно, девочки. Тоже мы выбирали вместе с сынулькой, чтобы понравилась подходящая бутылочка. Смотрите, вот такая вот тоже дизайн подходящий. Считаю, очень классно, очень практично. Ну, я фолию сниму. Тоже зеленочек. Конечно, снимай. Нужно уже все мыть, подготавливать. Через пару дней уже в школу. Пластиковая бутылочка, очень классная. Еще мы не открывали. Покажи, сыночек. Да, вот такой вот тренер. Кушать бокс. Ну, я хотела бы, конечно, лучше, может быть, зеленый, но зеленых не было. Нам понравились тоже цены, конечно. Цены жестокие. Вот это вот стоило 10 евро дозочка, да. И вот это, по-моему, тоже около 10 евро. У меня была 20% скидка. Вот раньше даже не буду говорить, сколько стоил. Девочки, кому интересно, смотрите сами, бастеп-бастеп. Разные есть цены. Это ранец, который Вексмит, то есть он растет вместе с ребенком. Поэтому он стоил дороже. Были разные версии. Мы именно взяли вот такой, есть именно легкие версии. У кого маленькие щуплые деточки. То, что щуплые, а маленькие такие. Смотрите, здесь карман. Для динофир, для тетради, для тетрадок. Здесь для книжек. О, круто! Вот здесь карман. Здесь карман. Помещается здесь бутылочка. Все расстегивается на замочках. Подробно не буду. Есть видео на сайтах. Смотрите, вот так отстегивается и помещается вот эта вот бутылочка сюда. Ставь, сыночка, вот смотрите, как здорово. Сюда помещается как раз дозочка для еды. В общем, все просто предусмотрено. Есть еще вот, такие, вот такой вот набор из трех частей. Я хотела еще вот кое-что такая показать. Часть. Да, вот тут есть магнитик. Магнитик есть он, такой. Он и... Вот еще один магнитик. Еще, сюда да. Можно его. Это сюда. Можно менять. Это было у нас уже все. Добавь. Но один этот магнитик или из трех предметов лучше... стоит 15 евро. Брать. Да. А, здесь у нас, смотрите, вот такие вот лямки. Здесь все эргономия для спинки. Очень мягкое все. Гипольстер, цинулька. Для животика гурт, для груди гурт, светоотражатели. В общем, все как положено. Выбирали основательно. Я несколько месяцев сидела, изучала все эти сайты. Ну, вот такой вот ранец. А, сейчас, секунду. Сынулька вам покажет. Вот, смотрите, здесь открывается. И выкручивается вот так вот. Ну, вот это вот то, что растет с ребенком, вытаскивается и выкручивается. И тем самым, смотрите, вот со 115-135 сантиметров все это здесь можно регулировать, увеличивается. Вот здесь вот это увеличивается. Лямки, эти ремни. Здесь очень-очень много функций, но не будем долго останавливаться. Нам очень нравится, можем только порекомендовать такой вот ранец. И сейчас сынулька оденет, я покажу вам, как все это выглядит. Вот, сынулька сам все застегивает. Еще мы
не совсем ничего не регулировали, не смотрели. Сейчас сынульчика помогу. Все. Ну что, сынулька, все сам достигну. Поворачивайся, сыночек, медленно. Вот так. Вот так впереди это выглядит. На груди застегивается, на животике. Ничего еще не отрегулировано. Так что повернись еще раз задом, сыночек. Все, девочки, вот такие наши сборы в школу. Спасибо всем за внимание. И пока. Мои сладкие. Девочки, что еще забыла вам показать? Смотрите, какое дно. И вот такие вот ножки специальные. Что даже если куда-то ребенок на... Ну, если дождик прошел или что-то где-то, если на улице он поставит, то дно не намокает. Очень удобно.